Молодые профессионалы, творческая молодежь, студенты, управленцы, серебряные волонтеры Чувашии. Порядка 50 человек сейчас находятся в Москве на форуме «Россия – страна возможностей». Какие встречи и полезные мастер-классы посещают наши земляки и что привезут обратно с собой в республику, расскажет Ирина Волкова. Творческая и рабочая молодежь, активисты, школьники, предприниматели и управленцы. Форум объединил людей из разных регионов, стран, различного возраста и социального положения. Зато цель у них одна – двигаться вперед во всех смыслах. Музыканты, я на них обязательно ходила. На мастер-классы именно творческие, на режиссеров, Comedy Woman, да, они же тоже как актерство, такое творчество. И вот эти все мотивации людей, они вдохновляли меня, и мне хотелось, честно говоря, еще хочется побывать на разных еще форумах. Хочется творить. Перспективные идеи, оформленные в проекты, не остаются незамеченными. Их поддерживает фонд президентских грантов. Это семинар для лидеров, уже воплощающих в жизнь свои задумки. Причем представители фонда собрали здесь активистов, чтобы вместе наметить формы взаимодействия участников с фондом. В этом году мы выиграли грант фонда президентских грантов на реализацию проекта «Доноры крови Чувашии». Все-таки, на наш взгляд, фонд может стать действительно вот тем, той лакмусовой бумажкой, которая будет показывать, что проект действительно качественный, действительно хороший. Быть волонтером – это для студентов и школьников. Утверждение в корне ошибочное. Добровольцами становятся и люди в возрасте. Их называют серебряные волонтеры. Движение молодое, но прогрессивное. Нашему серебряному волонтерству год. И я здесь для того, чтобы принять разный опыт разных регионов. И чтобы я могла обучить новыми знаниями, новыми навыками наших серебряных волонтеров. Я родилась в Чебоксарах. Мне кажется, вот в европейской части России волонтерство серебряное развито больше. Вот я, перезнакомившись с девочками, ну девочки, это для меня тоже мои подруги, Чебоксары и Алатырь, я смотрю, что действительно более активные здесь люди пожилого возраста, чем у нас в Красноярске. Форум – это площадка и для серьезных разговоров с министрами федерального уровня, которые работали в живом режиме. Вопрос-ответ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился мыслями о перспективах восстановления отношений Москвы и Брюсселя. С председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным участники поговорили о перспективах, вызовах и возможностях. По сути, в ближайшие 6-10 лет произойдет новый призыв, в общем-то, людей, способных проводить цифровизацию экономики. Это означает, что нам в стране нужны около 2 миллионов новых программистов, способных заниматься цифровизацией разных отраслей. Чтобы выявить активистов и помочь им реализоваться, и созданы 14 всероссийских проектов, объединенных в общую открытую платформу «Россия – страна возможностей». Кстати, ее инициатор, президент России Владимир Путин, сегодня посетит форум и пообщается с участниками. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Москвы.